Привет! В этом видео мы хотим рассказать вам о самой лучшей зарядной станции, представленной на украинском рынке. MEN1421, производство Elicar Group. Сейчас в Украине самые распространенные зарядные станции – это Level 1. Это самые медленные зарядки, переменным током до 16 ампер. Для полной зарядки среднего электромобиля вам придется ждать от 8 до 12 часов. Применение их малоэффективно. С такой скоростью зарядки автомобиль можно заряжать без специальной инфраструктуры, просто включив адаптер в розетку у вас дома. Зарядная станция MEN1421 – это уже второй уровень, до 22 кВт пиковой мощности. С разъемом для европейских автомобилей Type 2 Menekes 380 вольт 32 ампера. Она позволяет зарядить ваш автомобиль всего лишь за 1,5-2 часа. Давайте более подробно рассмотрим ее преимущества. Цельный корпус из нержавеющей стали, выполнен в современном дизайне. Хотелось бы отметить степень защиты корпуса IP68, то есть данную зарядную станцию можно устанавливать в любых климатических условиях, на улице, под открытым небом. Цветной жидкокристаллический экран позволяет видеть все, что происходит со станцией. Вся верхняя часть светится разными цветами и сообщает вам о состоянии зарядной станции. Зеленый цвет – свободен, готов к зарядке. Синий цвет – ваш электрокар заряжается. К корпусу надежно прикреплен витой электрический кабель, который растягивается до 4 метров. В сложенном состоянии он 1,4 метра, что позволяет избежать механических повреждений и загрязнений не только кабеля, но и разъема. Разъем. Type 2. Европейский стандарт. Станция имеет возможность дистанционного управления. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет вам контролировать и управлять как одной станцией, так и группой зарядных станций. В станции встроены следующие защиты. Защита от перегрева, защита от замыкания на землю и защита от отсутствия заземления. Крепление станции, в отличие от существующих аналогов, не требует установки и монтажа дополнительных консолей, металлических стоек, кронштейнов или стен зданий. Проста в монтаже и эксплуатации. Легко устанавливается на ровную поверхность на 4 анкерных болта. Антивандальные болты и головки, ключи и биты, к которым идут уже в комплекте с оборудованием. Стоит отметить, что все болты также выполнены из нержавеющей стали. Что хочется добавить в заключение? Стильный современный дизайн, компактные размеры, эргономичность в управлении и простота в эксплуатации данной зарядной станции – это те ключевые факторы, которые определяют ее индивидуальность. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и страничку на Фейсбуке. Смотрите отзывы о работе различных зарядных станций и получайте полезные советы опытных электромобилистов.